Виктор, Михаил Воронин, это вообще нечто, что-то такое настолько высокой моды за столько лет. Вы представляете, не меняется его отношение к людям и его отношение к мужчинам. Мне кажется, что так, как одевает мужчин Воронин, не одевает никто. Классик мировой моды. Вы знаете, он во всем классичен. И в отношениях с людьми, и к отношениям к профессии своей, и в воспитании молодых дизайнеров. Это просто настоящий классик во всех проявлениях. Это, наверное, лицо всех наших мужчин, потому что как одеты наши мужчины, можно судить, какие у нас дизайнеры. А Воронин – это один из самых, я так считаю, что это основополагатель нашей украинской мужской моды. Вот это бренд Украины, вот это бренд дизайнерского искусства в мире, потому что я знаю, что у него очень много магазинов, он кумир мой. Вот я мечтаю купить костюм от Воронина, я поэтому сегодня здесь. Наконец-то я стал богатый, чтобы купить Воронина костюм. Для меня это знаешь, как вот, как хороший парфум, как хороший бренд, как Louis Vuitton, как Dolce Gabbana, как Versace, как Cavalli. У нас есть Михаил Воронин. Очень многие годы женщины на меня были обижены, почему я не занимаюсь женской коллекцией. В конце концов, я решил их удовлетворить. 2 года работал, и когда что-то получилось, решил показать. И вот сегодня я и буду показывать. Crazy 'cause you're stupid, baby.
Я много лет работал с Пьер Карденом, очень мне близкий человек. И когда я приезжаю к нему, он на меня так смотрит с ног до головы и говорит: «Это опять Майкл?» Я говорю: «Опять Майкл». Ну, привет ему, передай из доброй Франции. Сегодня он удивил, конечно, мир и женская коллекция. Он доказал, что на Украине мужчины достойные, элегантные и очень прилично всегда выглядят. По протоколу завтра это будут женщины, деловые женщины в офисе, в Верховном Совете, в суде будут выглядеть элегантно, по-деловому, с изюминкой от Воронина. Уже заканчиваются короткие пиджаки, узкие лацканы. И поэтому мы показываем уже коллекцию 2012 года. Вот сегодня это будет коллекция 2012 года. Уже более широкие лацканы, уже немножко пропорции другие. Поэтому все это меняется. Цветовая гамма будет также меняться немножечко. Поэтому мужчина будет деловой, но он будет не мрачный. Самое главное, чтобы не увидели мрачного мужчину. Мы эту идею очень хорошо проработали, мы все обдумали, мы направление, чтобы это очень сочеталось с линией Воронина. И у нас получились чудесные деловые женские костюмы. Я надеюсь, что они всех женщин украсят, и любая женщина будет себя чувствовать намного увереннее в этом костюме.
Михаил Львович каждый раз удивляет. Каждый раз он придумывает что-то новое. Это суперталантливый человек, потому что творческий человек, если он перестает удивлять, он не интересен. А он всегда интересен, и это здорово. Почти все. Знаете, я не хочу сказать, что получилось все на 100%, потому что хочу оставить еще такой зазор, чтобы было над чем работать. Женщина, которая будет похожа на Маргарет Тэтчер. Это woman business, это довольно интересная деловая, независимо от возраста, но которая умеет представлять себя настоящей женщиной. Барбара Стрейсанд. Михаил Воронин – гений. Это лучшая его коллекция из всех, которые я видел. А видел я очень много за последние 15 лет. Это человек удивительный, этим человеком нужно гордиться всем нам, что мы живем в Украине рядом с таким талантливым и совершенно неуемным в своем творчестве человеке. Браво, Михаил Воронин! Барбара Стрейсанд.